Что? Кто? Сюда. Да я выхожу. Вы что делаете? Молодой человек ни в какую не хотел добровольно покидать машину, поэтому его просто вынули через открытое окно. Объяснить, почему он устроил стоянку посреди дороги, парень не смог. Чего сегодня употребляли, молодой человек? Не употреблял я. Не употреблял вообще ничего? Нет. А почему дорогу перекрыли? Кто? Как рассказывают очевидцы, они пытались уговорить водителя девятки освободить проезжую часть, но поняв, что он может представлять опасность, позвонили в полицию. Внутри сидел парень, как бы сразу было видно, что он неадекватный, то, что под какими-то действиями наркотик каких-то. Все, вытащили у него ключи из машины, чтобы он никуда не уехал, вызвали отряд. Сам молодой человек спустя некоторое время рассказал свою версию. По его словам, он стоял на проезжей части не просто так, а потому что его избили. Я вообще остановился был, внезапно что-то. Что-то подошли, подбежали. Я даже не понял даже. Когда вот на проспект начал выезжать, было двое парней. А потом уже резко начали избивать. И уже толпа налетела. Как бы то ни было, в ближайшее время за руль парень не сядет. Ему грозит лишение водительских прав, заявили автоинспекторы. Водитель управлял автомобилем с признаками наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался на месте. Юлия Шабанова, Светлана Фардеева, Валентин Кулагин, эфир 24.